cepat-cepatlah katakan kepadaku agar kita berdamai dan buat kau Если уж вы оказались в Котоке на балу, друзья мои и другие френды, то вот обратите внимание, что не надо ходить ни на что рынок в порту. Вам скажут, что там фиш-маркет хороший. На самом деле фиш-маркет хороший. Это вот серии Селера КГ Айр. Здесь, ребята, вы познаете всю малазийскую рыбу, малазийских морских гадов, которые только возможны. Причем вот эта женщина стоит, а вот если вы за нее зайдете, то здесь получается вот аквариумы. И в аквариумах вы уже видите, вот вы можете съесть вот такое за, блин, 100 рингит килограмм. Я не представляю, что это, я бы не стал. Ракушки, я тоже неплохо понимаю. И вот рыбы. Я только что съел малую сестру вот этой рыбы, она была поменьше чуть-чуть. А, не этой, вот этой. Они вдвоем плавали, я только что такую сожрал. Вот эти ребята вам с удовольствием ее упакуют, пожарят, добавят к ней риса и прочего всякого. И посадят вас за какой-то из этих столов. И вы вот так вот сядете и съедите эту рыбу или эту гадину. Как вот эти вот палайцы или китайцы, тут много всех. Не все здесь понятно русского человека, далеко не все. Ну вот, например, вот здесь крабы. Крабы представлены. Как есть крабы, я не знаю. Я каждый раз мучаюсь с крабом. Я каждый раз покупаю себе краба. Как его есть в Югославской саде, я не представляю. Потом вы идете вот так вдоль. Выбираете себе жертву. Вам ее живую прямо. Живую ловят. И потом уже жарят. Вот лангуст или лобстер, это не знаю что, но лобстер или лангуст дорогой. 38 рингит за 100 грамм. Ну, короче, ребята, это так немного дорого для нас. Хотя он большой, здоровый. И вот этот парень мог вам его упаковать и тут же зажарить. И положить вам вот на этот стол. Я съел две вот такие штуки, потому что на них сегодня скидка. Две такие штуки даются за одну цену. То есть покупаешь одну, тебе дают в подарок вторую. Жарят ее в ореховом соусе очень вкусно. Они его как-то по-другому называют, но соус по итогу ореховый. В общем, это достаточно недорого. Где-то долларов за 25 вы можете наесться вдвоем даже от пуза. Вам все зажарят. Вы сами выберете. Даже не то, что свежие. Прямо вот вам из аквариума достанут. Вот там, куда я иду, там широко представлены устрицы. Причем я ел устриц на юге Франции. Они, ну, хорошие, наверное. Я плохо понимаю устрицы. Но они не такие вот здоровые. Вот не такие большие, как вот эти. Дай посмотреть. Вот. Устрицы, да, вот для масштаба вам рука. То есть так, чуть больше или примерно с руку. Да, чуть больше руки. Вот так поставить, то рука поменьше будет. Вот еще устрицы, вот ракушки, вот крабики. Блин, краб за 100 рингит, уж не знаю, один или килограмм, но краба непонятно как есть, потому что как его разобрать на запчасти, непонятно. Вот та штука, которую я купил сегодня со скидкой, за цену 1-2. Вот этот лангуст. Конечно, если у вас, если вы гуманитарий, то вы смотрите, и он смотрит на вас и говорит: пожалуйста, отпусти меня, отпусти. Я не хочу умирать, я не хочу, чтобы ты меня съел. Пожалуйста, отпусти меня обратно в море малайское. Но если уж ты сюда пришел, так, я опять не знаю, что это такое. Что это такое, я не знаю. Я плавал в нескольких морях с маской, и такую штуку я не видел, я не знаю, что это. Вот какие-то улитки морские. Вот какие-то гребешки. Ну,
В общем, ты можешь съесть любую эту штуку. За сколько-то там ренгит. Ну, 25 долларов примерно 100 ренгит. Ну, вот сам умножай, я, у меня тут снимать. Можно страшную рыбу съесть. Вот с этим парнем договориться, он тебя зажарит и отдаст. Hello! Hello! Тут еще какие-то кафе, но я в них не разбираюсь. Я не понял, что с ними делать. Наверное, тоже лично интересно, но непонятно. Вот это может быть обмен денег, может быть лотерея, это же не очень ясно. Сейчас мы помашем кому-нибудь рукой, чтобы было интересно. Привет! 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 Китаянки какие-то. Очень много китайцев. Китайцы все-таки хозяева мира на сегодня. Они мы, не русские, не американцы, китайцы. Особенно этого южноазиатского мира. Ну вот опять вы видите лангусты или лобстеры. Я плохо в них разбираюсь, если честно. Опять какие-то ракушки, ракушки, крабы, 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 крабы. Опять лангусты. Опять лангусты. Привет, привет. Очень тебе сочувствую, я тебя все равно сожру. Если не я, то кто-то другой. Вот рыба, подруга той, которую я только что съел. Вот рыба страшная немножко, с зубами. Но все-таки не так она страшна, скорее ты ее съешь, чем она тебя. И вот те самые штуки, которые, вот видите, написано. Две по цене одной. Это так здорово, ребята. И все это в самом центре. Не так уж далеко от такой круговой движения в центре. Вот я ориентируюсь на... Привет! На отель Шангрила. Он вот за этим банком, вот там вот, если вот зайти за этот банк, то будет отель Шангрила. Шангрила, запомните? Шангрила через дорогу переходите, подходите вот к этому рынку, который вот так называется. Не обращайте внимания на такси местного производства. Рынок называется вот так. В общем, если вы будете в Кота-Кинабалу, то обязательно зайдите на этот рынок. Обязательно зайдите на него. Тут очень вкусно. Очень, но в принципе, по московским меркам вообще недорого. Cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar kita berharap dan buat kau bersedih. Oh, thank you.
Ставьте лайки, пишите комменты, подписывайтесь на мой канал. С вами был Алексей Нарицын. До свидания, друзья мои, ну и другие френды.